Вітаю вас! Знайомство з дівчиною – це завжди стрес для чоловіка. Але саме знайомство стає вічною згадкою та основою подальших міцних стосунків. В ефірі проект «Прихована камера» та я її ведучий Андрій Іванюк. Є думка у суспільстві, що не можна судити про людину за зовнішнім виглядом. Так, зустрічають по одягу, а проводжають по розуму. Але часто перша думка є помилковою. Щоб помилкова думка не стала думкою про вас, ми відзняли сьогоднішній випуск нашого проекту. Тож, дивіться та запам'ятовуйте. Пікап – це комплекс знань і технік по знайомству і спілкуванню з протилежною статтю. Техніки швидкісного спокушення і вдалого знайомства. Не повірите, але існують навіть семінари та тренінги, на яких безлічі чоловіків і невеликій кількості дівчат кажуть, що вони можуть отримати будь-яку або будь-якого, і пояснюють, як цього домогтися. У минулому випуску «Прихованої камери» мене кидала дівчина, і я намагався нібито змусити ревнувати вже колишнє кохання. Давайте згадаємо, як це було. Девушка, у меня к вам банальная, но важная просьба. Вот там сидит моя бывшая, прямо сюда смотрит. Можете меня обнять, чтобы она поревновала? Просто как бы это вот вместе. О, сейчас. Как раз смотрите. Обними. Пусть подумает, что у меня все хорошо. Она мне жизнь. Тихо, сюда смотрит. Ну, поцелуй в щечку меня, чтобы она все поревновала. Мне в щечку. Чтобы она все поревновала. А зачем? Давай я тебе в щечку поцелую. Типа. Ох, она смотрит, как ревнует. Это так мило, да. Щечку можеш поцілувати, щоб ми все приймали. Наш пранк сміливо можна віднести до пікапу, бо в мене навіть вийшло познайомитися з дівчиною і взяти у неї номер телефону. Знайомтесь, Настя. Отже, минулого разу я обіцяв вам показати найпопулярніші способи познайомитися з дівчиною. Але, переглядаючи пранки наших колег, ми побачили тенденцію використовувати дорогі автомобілі, одяг або акторів, які допомагають познайомитися з омріяною красунею. Ми ж пропонуємо вам більш реальний спосіб познайомитися з дівчиною, чи навіть 100% спосіб взяти номер телефону у будь-якої красуні. Тож далі – пікап від прихованої камери. Звини, будь ласка. Ти можеш, будь ласка, мені батарея сіла набрати номер, я скажу, який сказати, щоб підійшли сюди, не знаю, к машинкам. Окей. Будь ласка, спасибо тебе. 068? 6040. Можеш навіть сама, якщо підуть там гудки. Андрей, да, что ждет в парке? Да. Андрей ждет в парке возле машины. Серьезно? Серьезно ждет? Блин, ты меня надурил. 50-32. Что сказать? Скажите, что Андрей ждет тут, где договорились, и идет он уже, да. Я вам звоню. Конечно. Как вас зовут, девушка? Анфиса. Анфисочка? Это я так и запишу. Вы меня Андрей запишите. Анфиса, а что вы делаете обычно вечерами? Вы себе звонили? Зачем? Чтобы ваш номер записать. Как, зачем? Мой номер. А почему бы нет? А как мне записать вас можно? Все, не шутите со мной, пожалуйста. Почему? Иванка меня зовут. Иванка. 50-32. Можете даже сами послушать, там, если возьмут трубку, то... Ну, а возьмут, потому что это мой номер. Здравствуйте. Как вас зовут, девушка? Я и вряд ли похож на человека, который там хотел бы... А я не знаю, как выглядят люди. Которые воруют телефоны, да, в центре города? Да. Точно не так, смотри, да, запоминай. 063 5032. О, мне кто-то звонит. Алло? А там взяли трубку? Да, я уже скинула. Ну, говори. Как мне вас записать, говори. Девушка, как вас зовут? Да ну, перестань. Да что, почему нужно? Кто бегает быстро? Можешь попробовать. Не, я бегаю медленно сам. Ты что говоришь? Андрей ждет в парке, где ты? Да? Скажи, как мне записать тебя можно? Андрей? Да.
Как мне вас записать, девушка? Вы же знаете, что я Андрей. Я знаю ваш номер телефона. Натали. Натали. Немножко тебя обманул. Прости, я на самом деле девушек не обманываю. Я хороший парень. Серьезно? Да, как мне записать можно твой номер? Хорошо, запиши Даша. Даша, запишу. А ты запиши меня, Андрей, Даша. Ты просто мне понравилась очень. Я вот таким способом обмана решил у тебя телефон взять. Чем вы здесь занимаетесь, Вика, расскажите? Отдыхаете от чего или от кого? Почему вас так смутило то, что я номер ваш узнал? Мне удалить его? Мне просто очень нравишься, серьезно. Да? Вот да, ходил тут, видел тебя. Ну, можно было просто подойти и пообщаться. Ну, так же интереснее. Да, я вижу, что ты открытый человек, с тобой можно. Расскажи, на работе, как у тебя... Я всегда могу общаться, а вот по телефону у меня не всегда получается. Ну, так а я же номер беру не для того, чтобы мы часами по телефону общались, да, а для только личного общения. А как вас зовут, девушка? Привет, ему. Натали, у вас есть парень? Простите за мою прямоту. У вас есть парень, Натали? Нет. Я вас так и подписать не Наташа, а именно Натали. Как хочешь. Спасибо вам. Простите, что я вас обманул. На самом деле я добрый человек и не обманываю девушек. Да, я почти верю. Извините, пожалуйста, можете мне помочь? Почему вы улыбаетесь? У вас хорошо все, у меня плохо. У меня человек не пришел, батарея села. Пожалуйста, наберите номер. У меня тоже села батарея. Я не верю, такое не может быть. Что у нас у двоих с вами сели батареи, девушка. Давайте тогда все. Смотрите, у вас села, у меня села. Давайте вместе останемся. Девушка, извините, пожалуйста, можете помочь мне? Да, пока что телевизор. Слушай, реально сложно, сложно стало работать. Покажите по телевизору? Да не покажем. Покажем, да, что делать. Здравствуйте. Надо же как-то на жизнь зарабатывать. У меня уже есть твой номер телефона. Мне нравятся светлые девушки, как ты. Даша, ты замужем. Серьезно? Да. Мужу не говори, не показываем это по телевизору, все. Удалю, удаляю. Как тебя зовут? Маричка. Маричка, что ты тут работаешь, скажи, одна? Шукаю работу. Серьезно? Так. Просто так ходишь по Михайлівській, шукаешь работу, чи ты ходишь по закладам? Ну, я взагалі хожу в кафе и пишу десь потреблюся. Никак. Ну, все равно номер уже есть. Я запишу неизвестная красивая девушка, буду звонить. Серьезно? Когда ты имя сможешь открыть свое? Смотри, мы с тобой уже ближе некуда. Пообщались, телефон у меня номер есть. Ну и? Ну, то имя можно назвать. Я Андрей. С 10 до 8, 8:30. Детей любишь, да, тебе? Никак не напряжно это. Да нет. Да нет, в смысле, детей не любишь? Относительно. Своих, своих будешь любить. Иванка, у тебя есть парень? Зачем он это? Ну, я просто... Я где-то снимаю. Прямой, я просто... Где он сидит, где-то на крыше? Я просто прямой человек. Зачем вам эта информация прямая? Ну, чтобы я понимал, как мы дальше можем развивать наше общение. Мы можем развивать наше общение. Мы уже общаемся достаточно долго, мы уже близки очень. Очень достаточно. Мне нужно успеть, держи. Распечатать что именно? Карту мест на свадьбу. Не мою. Уточнение. Все, держи, это мой номер. Запиши себе. Хорошо. Я твой тоже запишу сейчас. Хорошо, все. Хорошо. Наша працювати людині такі молоді. Ну, хочеться якоїсь такої забезпеченості, самостійності в певних таких грошових планах. Ми теж запиши, я Андрій. Слушай, приятно. Вика, прости за прямоту, но у тебя есть парень? У меня нет парня, но присаживайся. Я очень спешу. Одну минутку посидишь со мной. Я очень сильно спешу. Да, можно просто Света. О, вот просто Света мне больше нравится, чем незнакомка. Ты номер запиши, чтобы не думала, кто это мне пишет и звонит постоянно. У меня осталось 10 минут. Я понимаю, что у тебя осталось 10 минут. Дай поцелую в щечку. Куда идете, Натали? Пошли вместе за ручку. Можно без ручек? Почему это мило? Ну как ты считаешь, что этого нашего диалога достаточно для того, чтобы я тебя набрала? Я просто думал пообщаться, чтобы... Я считаю, что этого недостаточно. Еще... Так я поэтому мне предлагаю нужно... еще минутку пообщаться. Я наберу тебя. Это прикольный стимул. Такая цель. И что скажешь там? Пошли туди, туди десь. Чи ты там уже прошла все заклады? Все прошла. Ты туди рухалась? Да. Пошли. Та ладно, чого це тобі не по собі? Не знаю. Все нормально. Скільки ти років? Мені 23.
А куди, куди ти далі реально тримала шлях? Туди. Туди? По цій стороні чи по тій? По тій. По тій. Більше кафе? Ну так, там є якісь кав'ярні. Я колись працював в кав'ярні баріста. Насправді, під час знайомства не так важлива техніка, як харизма людини. Наші слова можуть бути підтвердженими як нашим розіграшем, так і розіграшами наших закордонних колег з YouTube-каналу Трубеж ТВ. Що ти рисуєш? Бабочку людоєда? Типа. Це музика Ріана навіює? Ні, це твориться в голові. Бабочки людоєда? Да, к опасным людям не подходить. Я вот, да, ну, что... А какую песню ты слушаешь, Рианна? Руди Бой? Я не знаю, какая она. Я тебе мешаю, да, твоему творческому процессу? Делать ничего? Рисование, нет, тебе помешаю? Не то чтобы, но просто... Сидишь, рисуешь, слушаешь музыку в парке одна. Это странно? Нет, наоборот, это здорово. Чтобы я не занимал тебя много времени, запиши свой номер, давайте я наберу попозже. Зачем? Ну, ты мне на покажешь мне свои рисунки другие. А, нет. Ну, послушаем вместе Риану. Нет. Запишешь? Тем более, что я вообще его не знаю. Давай. Я вообще не отсюда. Откуда? Я из Калуги. Ну, ничего. Я завтра уезжаю. А я часто бываю в Калуге. Ни разу еще не был, но будет часто повод бывает, часто да. бывать. Привет. Привет. Я вижу столько опыта в твоих глазах. Не хочешь им поделиться? Оригинально. Понимаешь, о чем я? Нет. Оставишь мне свой номер? Думаю, что нет. Почему? Извини. Я не знакомлюсь. Вы красивые. Покажи свои картины. Картины? Вы рисуете? Я вам покажу, вы не скажете. Я вам покажу. Можно посмотреть? Программироваться. А, класс вообще. Или вот это шикарно. Это прям знаете, как Инстаграм какой. Нет, знаете, как будто вот да, какие-то фильтры. То есть вся в целом композиция, она имеет какой-то общий цвет. То есть если издалека смотреть, да, то есть у нее есть общий какой-то такой, знаете, оттенок. Ну, это репродукция, ладно. Вот это хотя бы моя оригинальная работа, так что... А вот это с чего-то там срисовано, так что... Как вас зовут? Вы можете добавить меня в Инстаграме. В Инстаграме? А я что-то не пользуюсь как-то Инстаграмом. Вы можете добавить. А как я... Ну, добавлю... Фейсбук. В Фейсбуке? Давайте в Фейсбуке я вас добавлю. Добавить. Только мне, по-моему, не установлен Фейсбук. О, давайте, кстати, сделаем как? В WhatsApp. В WhatsApp? Да. Давайте в WhatsApp. У вас что еще установлено? Ну, можно как-то WhatsApp. Так, а WhatsApp это и есть номер телефона. Да, я знаю. Да. Ну, это ничего страшного, это же московский номер. А потом я же сменю номер, и если вдруг... А вот как... Я не навязчив. Я не навязчив. Так, это как же вы собираете телефон? Нет, нет, смотрите, навязчивость, она... Вы не будете назойливым. Да, назойливым быть нехорошо. Хорошо быть назойливым. Должно быть взаимное движение, понимаете? Да. Но сначала движение должен мужчина организовать, понимаете? Давайте я вас запишу. Давайте, запишите. Пишу. Так, 8. Не бійтеся знайомитися з людьми. Завжди будьте собою і обережними, адже в наступному випуску одним з героїв наших експериментів можете стати саме ви. З вами була прихована камера. Зустрінемось за тиждень.